Намасте, дорогие друзья и зрители данного видео. Прямо сейчас я вам расскажу о практике и протранслирую это состояние специально для вас. Эта практика предназначена для того, чтобы быть свободной от привязанности к внешним объектам, чтобы иметь спокойный, сосредоточенный, внимательный, работоспособный ум. Что же нужно сделать для этого? Вы идете или смотрите на окружающее пространство мира, видите множество объектов, и при этом вы не сосредотачиваете внимание на каком-либо объекте. Вы просто смотрите прямо сквозь этих объектов, вдаль, в горизонт, вглубь, проникая, пронизая любой объект. Все объекты остаются как бы на периферии вашего сознания. И таким образом вы смотрите, продолжаете сквозь любой, если какой-либо объект появляется у вас на пути, вы продолжаете смотреть прямо сквозь, пронизаете своим взглядом, своим сознанием. И не захватывайтесь его формой, смотрите, пронизайте весь мир вдаль, в горизонт, сквозь объекты, сквозь препятствия. И наполняйтесь этим великим состоянием нецепляния. Это великое состояние обнаженного осознавания вне мыслей, вне оценок, вне границ. Такое волшебное, сияющее состояние. И в этот самый момент, волшебный, я хотел вас поздравить с наступающими новогодними праздниками, пожелать всего самого-самого лучшего успехов в саморазвитии и в жизни. И уже в эту субботу, 29 декабря, в нашу студию Умрубенза на улице Пушкина, 43, в субботу, в 13:00, я расскажу вам о медитации. Какие виды медитации бывают, какие результаты можно получить от медитации. Как получать информацию во время медитации? Как медитация влияет на состояние физического тела? А после лекции мы выполним с вами медитацию «Круг единства». Это очень полезная медитация для гармонизации, для единства, любви, сплочения, очищения. И улучшение отношений не только с теми, кто забрасан, но со всеми людьми на планете Земля. Также мы еще выполним одну очень интересную медитацию, но пока это секрет. Приглашаю вас в субботу, приходите, будет очень мощно, очень позитивно и результативно. На этом все.